чтобы новогодние каникулы прошли спокойно и безопасно. Комплекс направленных на это мероприятий обсудили на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций. В период с 1 декабря 2019 года по 15 января 2020 года на территории городского округа Щелково запланировано 135 культурно-массовых новогодних и рождественских мероприятий. Это елки, шествия Дедов Морозов, праздничные концерты и спектакли. В связи с этим усилена комплексная работа по обеспечению безопасности граждан. Особенно это касается учреждений культуры и образования. Проведена инвентаризация средств пожаротушения. Обеспечено ежедневное патрулирование и обследование объектов, прилегающих к ним территории сотрудниками ЧОП до и после проведения мероприятий. Особое внимание уделялось на работоспособности систем противопожарной защиты, таких как автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пути эвакуации. На заседании комиссии отметили, что в учреждениях с массовым пребыванием людей запрещено использование пиротехники и карнавальной продукции – хлопушек, бенгальских огней и прочих легко воспламеняющихся атрибутов праздника. На повестке дня службы МЧС сегодня не только Новый год и Рождество. Уже началась подготовка к обеспечению безопасности людей на водоемах при проведении январских крещенских купаний. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.